Вики у нас идет кровь с носа уже третий раз за сутки. Что-то надо делать. Очень сухой воздух. Надо масло какое-то купить. Вся постель в крови замазанная. Погорелец наш сегодня плакал ночью. Погорела пупсик. Да, пупсику было очень больно ночью. Он плакал. Иди отмывайся от крови своей, все лицо. Да не трогай меня. Завтрак у Максима сегодня яичница. Я, кстати, не видела, что мне яичницу там давали. А, на улице. Детей шарики с молоком шоколадные. Мне салат. Салат фруктовый. На пляже достаточно. Выбрали себе местечко. Все бесплатно. Полотенечки такие веселые, салатовые. Виктория балдеет. Да? Ага. Сейчас посмотрим, чем Макс занят. Марк вообще по кайфу. В смысле дядя? Ну, помнишь, который подошел? Сегодня решили попробовать пообедать в кафешке, где разная кухня. Значит, здесь, смотри, есть пицца. Пицца. Вот, пицца. Микс с макароны. Паста. Что ты, Марк, хочешь? Пиццу сырную, она просто сырная пицца. Итальянская у нас кухня. Потом кухня индийская. Здесь рис и мясо. Наверное, с приправами. Супчик взяла. И что это? Пицца? Да. Это облезлая. И картошка фри. Это был последний кусок. Ну, тут у нас поинтереснее. Так, у меня пицца, картошка фри, салатик. Какая-то штучка. Я, кстати, какую-то штучку взяла, непонятно. Там, Вика, чили, вот, чили соус был. Да. Хочешь? Вика, курочку, да? А, нет, это пицца, курочку с рисом. Ничего себе. И супчик. Съела супчик. У меня еще какие-то овощи с мясом. Максима тоже что-то. Рис. Индзи. Индзи. Индийская кухня. Марк пиццу наяривает с картошкой. А что за суп был? Может, я хочу... Макароны. Пошли к тебе бесплатно дать мороженое. Сегодня есть манго и молочное. Так, ага, ничего себе. Обалдеть. Нам убрали номер и сделали скорпион, съел карту Дункета. Обалдеть.
А моя подушка окровавленная где? У нас сегодня очередная вылазка. Вылазка в город. Пойдем в другую сторону и все вместе. Нам надо перейти дорогу сюда. Видишь, как мы идем по дороге? На дачу такого фараона поставить, как он. О, какие-то ковры. Большая проблема для нас дорогу перейти, потому что нет никаких светофоров, переходов. Как они тут переходят, что улицы эти? Понятно. Сейчас будем перебегать. Вроде бы просто из стекла такая красота какая-то. Куча тарелок всего. Кружечек. Окей, пошли. Миллион всяких браслетиков. Сейчас ей купи мне браслетик. Ой, это папирусная бумага. Картины. Видишь, какая красота? Вика, хоть погуляешь. А вот, кстати. Я же тебе говорю. Так. Ищем, что бабушка Света сказала купить. Сейчас. О, кисы. Это кошечка Манкея. А это Вики, вот. Сова какая-то. Деревянные такие всякие штучки. Обалдеть, какие кисы. Вот. Куча статуэточек. Вика, смотри. Видишь, да? Красивые совушки. О, змейки красивые такие. Пойдем. Что ты меня выглаживаешь? Аккуратно только, смотри, куда идешь. Да, любишь меня? Тут прям пахнет кожей, видимо, кожаные всякие изделия. Марк себе уже игрушку заказал. Ай-яй-яй. Попали мы на бабло с Марком. Захотел игрушку. Тут, в принципе, все есть. Для купания. Кожаные штучки всякие.
смотри, чудеса. Сколько? Только не трогайте, пожалуйста, руками. Посмотри, сколько котов. Движуха просто. Торговцы липнут все. Я вот все-таки не люблю такого, когда пристают. Все сверкает. Идем. Ленточками. Все блестит, сверкает. Пальмы. Смотри, как классно. Сюда бы днем вот сфотографироваться, сейчас в темноте так вообще ни о чем. Хотя хорошо. Пешеходный переход. Думали, можно перейти дорогу. Однако прямо на пешеходном переходе останавливаются машины. Люди что-то идут, машины едут на людей. И парень какой-то вообще стоял, чистил апельсинку и кинул шкурки. Для нас это настолько неприемлемо, что просто кошмар. Показываем ужин. Марка индейка, барбекю с картошкой фри, огурчиком. Вот у Марка столько сладостей с папой напополам. Вот Вики на сладости, светофор. Вика уже навернула макарончики. И картошку. Спрайтик. Я с фантой. Тоже картошка. Вот какие-то штучки непонятные. Не знаю, будем пробовать. Тоже индейка. Да. У Максима салатик. И соус. Картошка. Самый лучший соус. И вот такие сладости восточные разные.